Весна, ревина, все землей, места и ты спеша домой.
Мама любит всех жить. Мама в первую. Мама любит не только дети, но и все вокруг. Если что-нибудь случится, если вдруг беда, мамочка придет на помощь, выручит всегда. Мама нас с тобой согреет и все беды отведет. Если плачем, пожалеет, все простит и все поймет. Пусть сегодня наша мама будет весело, светло. Мы хотим, чтоб маму знали, мы вас любим горячо. Сегодня особенный день, пахнет илами и весной. Мы споем для мамы песни о любимой, о родной. Даешь. У нас концерт всех женщин, а ты нам что принесла? Мяч? Мячик. Ну, а я, между прочим, и не с вами играть буду. А с кем? Очень вы мне нужны. А я с вашими мамочками поиграю.
А игра называется «Смешинки». Я буду называть предмет, например, «Ягодка». А мамы быстренько будут придумывать смешные названия. Например, «Вкусняшка». Готовы, мамы? Да. Так, начнем. Первое слово – «дверь». Ой, извиняюсь. «Дверь». Какое слово нужно? А вы вдруг любое смешное слово. А, смешное? Ну, только что «дверь» обозначала. Скрипучая. Во. Так, дальше. Таблетка. Вкусняшка. Так, таблетки бывают вкусные? Бывают. Витаминки же бывают? Так, дальше. Сковородка. Мамочки, давайте. Чугунная. Ну, как можно ее по-другому смешно назвать? Что она делает, сковородка? Жарилка. Вот, правильно. Вращайте мячик. Так, дальше. Самолет. Волшебный. Дитя, кто умеет делать самолет? Леталка. А как можно его назвать? Самолет-то что? Леталка. А телефон что это? Говорилка. И звонилка, и говорилка. Молодцы. Ну а теперь спросим в этой стороне, что такое диван? Мама, какая мячика. Ай-яй-яй. Не познакомились с мамой, да? Диван, что это такое? Лежалка. Правильно. Это знают все мамы, что диван лежалка. Особенно знают папы, правда? Папа любит на диване играть. Ой, какие вы молодцы, как вы здорово и весело играли. А что это будет еще? Не раз собираетесь? А мы еще заиграем. Как раз с мамами нашими. У нас есть еще одна замечательная игра. С удовольствием посмотрим. Где будут играть наши милые девочки, наши милые мамы. Наши милые девочки будут собирать маму на работу, чтобы они не опоздали. А правило будет такое. Будут называться мамой. Они будут сидеть, девочки, на стульчиках. Здесь на стульчиках у вас здесь будут и сумочки, и это, платочки, и духи. Как вы думаете, женщина может пойти без духов? Не надушная. Не может, правильно? Без духов. Да что она может опаздывать на работу? Так, как это делаю я. А вот наши мамы пунктуальные, они всегда вовремя ходят на работу. А это мы сейчас проверим. И девочки постараются сделать так, чтобы наши мамы не опаздывали на работу. А это мы сейчас проверим. Так, давайте наши мамочки. Валентина, Ромна мама у нас сыграет, поможет нам. Вы сыграете с нами? Я же не мама девочки. Ну, можно и мальчика, мы мальчика позовем. Праздник для всех мам и для девочки. Не стесняйтесь, главное. Правда? Анна Николаевна, проходите. Леонид Александрович, сыграй, покажи. Мастер-класс. Итак, пока будет, девочки, выходим к своим мамочкам. Мамочки все, детки мам своих все знают. Давайте, давайте, проходите. Садите к маме. Где Демид? Демид. Ну ничего, у нас и мальчик даже поучаствует. Ничего. Наряжать. Будешь наряжать. Да пока будет играть. Между прочим, мальчик не должен наряжать, мама, не девочка. Ну, с руками не забыть. У нас сегодня тоже. А мама, что должна делать? А? Мама, что должна делать? А мамы в конце, когда их дочери соберут на работу, должны будут подбежать и сказать, а я готова на работу. Вся красивая, пока будет играть музыка, девочки и мальчики наши, вы тем временем быстро должны успеть одеть нашей мамочке. Первым делом, платок. Надухарить. Да? Подправить прическу. Если вдруг она у нее растрепалась, подправляем прическу. Одеть сумочку, и мама должна накинуть. На работу. Так. Ну, играйте. А молодушки приготовили? Зрители. Я готов.
бассейн, не пускай дети мамочку позовут, те, которые не справились. Виктория, пойдем. Пойдем забыла. Теперь пойду в соседний сад, там повеселю ребят. До свидания, ребята!
Желаю много дней счастливых и обещания даю. Рома? Рома, обещаем. Начинаем обещать нашим мамам. Что мы обещаем, Рома? Я рождаюсь вас очень часто. И в меру сил вам помогать. Не перечить вам напрасно. И вовремя ложиться спать. Лиза, мы знаем, как вы устаете с утра до вечера дела. Не равных вам в любой работе, а дома нет без вас тепла. Что еще пообещаем? Мы подрастем и будем сами всегда заботиться о маме. А пока достанем ей радость песенки своей. Милые мамы, бабушки, от чистого сердца примите наши поздравления с наступающим вас всех 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, ну и, конечно, чтобы мужчины ваши вас радовали.